Органолептические показатели, неприятный прогорклый при запах, на поверхности отмечен выпад. Высокие, хоть и находящиеся в пределах норматива, кислотные и карбонильные числа. Это показатели окисленной порчи продукта. Именно по этим признакам недоброкачественности помада Mary Kay – это черный список. Мы вручаем вам протоколы лабораторных испытаний. В них написано все то, о чем говорил сегодня Александр Борисов. Он озвучивал результаты лабораторной экспертизы. Вы вправе с ними ознакомиться, все это проверить. Контрольные образцы все еще находятся в лаборатории. Мы передали вам бумаги. Вот теперь мы выслушаем оценку, касаемую Орифлейма. И я хотел бы, чтобы ее озвучил Саша Борисов. Будьте любезны. Губная помада Орифлейм. Безопасная. Покрывает равномерно слоем с первого раза. Субъективно имеет приятный вкус и запах. На губах во время использования не отмечалось неприятных и некомфортных ощущений. Обладает увлажняющим эффектом, как и обещает производитель. Недостатки. Умеренная стойкость помады. Второе место среди протестированных помад по содержанию свинца и мышьяка. Однако их содержание значительно ниже предельно допустимых значений. Но не это главное. Главное, что это качественный товар. Качественный товар! Вы прошли естественный отбор, мой друг. И на всякий случай бумаги. Дело в том, что ингредиенты губной помады, которые входят в состав губной помады, они натуральные и съедобные, как, впрочем, и вся губная помада. Ваша. Внимание! Аттракцион века! Вот это я да. Могу? Я могу? Александр Борисов, общие итоги программы. Будьте любезны. Осталось подвести только общий итог, что сегодня естественный отбор прошла одна марка помады. Это помада Орифлейм. Еще две марки, Avon и Kiki, стали товарами-замечаниями, но ими все равно безопасно пользоваться. Ну и две марки помады попали в черный список. Огромное спасибо, Александр Борисов. Огромное спасибо организации «Росконтроль». Всяк приходящий к нам достоин пиетета и уважения за самый разговор, за самый факт разговора. Это уважение моему Mary Kay, Орифлейм. Большое спасибо отсутствующим. Не то чтобы я призываю к стыду их, но ведь этот разговор мог и при вашем участии еще более интересным быть. Программа «Естественный отбор» благодарна каждому участнику и каждому, кто смотрел ее.